Ну что, снова здравствуйте. Я вчера себе такую пару раздел сделал. Самец литиновый, а самка рубиновая. Литиновый мой, а рубинку я поменял на литинового самца. Они молодые. Где-то, наверное, март, февраль. Вчера пару продал литинок. Что там литинки, рубинки остались, но это я себе оставил. Подержим, посмотрим. Может, что с них и выйдет. Они не бешеные, спокойные такие. Сидели на улице в вольере. Я вчера пересадил сюда вовнутрь. Сегодня коротенький видосик. Там просили внутри поснимать. Но внутри снимать опасно. Могут яйца побросать, поэтому... Пока так. Подписывайтесь на новый канал Успирит 78. Внизу ссылочку сброшу. Позирует. Сейчас пойдем к ожерелкам сходим. Пара пестрых, ну такая рабочая. Еще долинивает. Продолжаем идти к ожерелкам. Ну вот молодая пара ожереловых. Самец долинивает, выкинул ожерелье. В декабре ему будет 2 года. Почти уже перелинял. Не хочет сниматься. Еще не полностью ожерелье вышло. Ну, уже видно, что это самец. Но это будет, скорее всего, самка. А муж нет. Поживем, увидим. Ну и на этом все. До новых встреч.